Поехали. В целом, здесь, конечно, неплохой выбор. Можно и Воргена взять, можно и главного по безопасности взять, можно и чудовище. Мне кажется, Ворген лучше, чем главный по безопасности. Да, вот это лучше, чем это. А вот мшистое чудовище я не уверен. Давайте мы сравним. Мне кажется, я лучше Воргена возьму. Ворген разведчик 56, мшистое чудовище 58, главный по безопасности 48. Да, я думаю, что я Воргена сначала возьму. Даже не важно, что у него там больше цифры. Ужасающий нарост, но это хотя это не очень-то здорово. Ну ладно, я возьму его. Так, это вообще не очень хорошо. Зараженный гоблин, наверное. Гоблин 57, пиявка 46, болотная. Ну, минимака это вообще самая плохая карта на свете. Вот, а теперь все хорошие карты. И здесь выбирай. Можно вместо вот этих трех вот эти три? Было бы здорово. Наверное, смертельный выстрел самое лучшее. Плюс-минус. Хотя... Ну, поехали смотреть. Первая змеиная ловушка. 76. Топорик. Топорик головореза. 85. Смертельный выстрел. 72. У меня отсюда будут скоробеи, а не будут звери. Ну, ладно, да, я возьму оружие. Кварь авангарда или на изготовку? Не очень много заклинаний у охотников бывает. Вообще на арене не очень много заклинаний. Сквайр намного лучше выглядит. Сквайр авангарда 61, а на изготовку 25. Ну да. То есть тут вообще знахарь Вуд на втором месте. Хотя он тоже такой себе. Зыбучий элементаль. Ну ладно, нормально зыбучий элементаль. Инженер поезда, конечно, великолепная карта. Альфа-гиена без секретов слабовато. Распределитель полей боя, наверное, чуть будет лучше. 71. Гиена явно хуже. Альфа-гиена 38. Вообще в нее не верят. Парголап. Под оружие это тем более тройка очень хороша. Пронзающий выстрел лучше, чем крысолов. Ну, кстати, крысолов довольно высокие характеристики. Интересно посмотреть на эту карту. Крысолов, крысолов, крысолов. Нет, слабо. 46. Хотя, вроде бы, цифры-то действительно неплохие. Не знаю, мне кажется, я недооцениваю. 36 уж совсем как-то мало. Хотя, конечно, он мало делает, но все же. Пронзающий выстрел по-любому лучше. Набор охотника, я думаю, потому что мне не хватает каких-то карт. И пронзающий выстрел даже лучше будет, я так понимаю, да, четверку. 80 пронзающий выстрел. А набор охотника 72. Но я думаю, что все равно набор охотника. Ну хотя, с другой стороны, я могу агрессивно играть. Мне не обязательно набор охотника. Да, здесь выглядит как агрессивные колоды. Хорошо, давайте. Странствующий торговец. Давайте. Контактный зоопарк нет, счастливая победительница, да. Интереснее, чем Мистив. Повозка геолога низко ценится, хотя в целом в мою колоду это хорошо достаточно должна заходить карта. 53 всего повозка геолога, но я думаю, что морозная ложка все равно выше. Ну, лучше будет даже для этой колоды. Почему она хороша? Потому что у меня единиц много, и я могу защищать ее. Прицельный выстрел. Давайте. Собиратель сокровищ или пятерка? Пятерка, я думаю, лучше по цифрам будет, но собиратель сокровищ лучше в мою колоду. У меня прям агрессия-агрессия собирается. Собиратель сокровищ 58, большего мы от него не ждали. Послушник пылающего клинка 66. Но опять же, я верю в добор. Стартовый добор. Снова прицельный выстрел. Снова инженер поезда. Костяной дух легко. Тройка, я думаю. Да, пускай. Агрессивная тройка будет. Хорошая шестерка. 2-3. Самое лучшее, самое сильное. Просто занимать стол сможем. Вот здесь все очень нехорошо. Хотя, с другой стороны, мы как бы и набрали каких-то заклинаний. И теоретически у нас плохо должны на изготовку играть. В общем, мы смотрели, там что-то было 27, что ли, да, что-то такое. Ну, то есть, прям вообще плохо-плохо-плохо. 25. Но я плюс 20 ей я приписываю, учитывая мою колоду. Менеджер Ямсарона. Ничего себе, она 52. 52 это прям... На самом-то деле много. Неожиданно много. Я думал, она будет намного ниже. Ну хорошо. Плюс 20 добавил, все равно не достает. Конечно же, стрела с наживой. Дракон хорош. Тюремный стражник. Мне особо не на кого из зверей особо кидать. Тюремный стражник. Раздражатор, мистив. По идее, мастив будет. Мастив 71, раздражатор куда меньше. Я знаю, раздражатор 59. Ну да, хорошо, давайте мастифа возьмем. Вновь топорик. Топорик и вновь стрела с наживой.
что, у нас очень жесткая колода по заклинаниям, которые много урона в лицо наносят. Ну, это не совсем, конечно, урон в лицо, но это можно кинуть в лицо. У нас максимально агрессивный охотник собрался. Достаточно единиц, двойки. Правда, двойки только топорик внятный. Забычий элементаль даже тоже неплохо. А, ну еще вот пионка. Да, вроде их так много, но не так-то много мы можем на стол выставить. Тройки хорош, только посвященный. Как-то занять в начале стол, побить лицо и добивать заклинаниями. Выглядит как весьма успешная колода. Надеюсь на большое количество побед. Мы, конечно, на самом деле вот эта тройка хорошая, я оставлю ее. Меня устраивает. Он даже единиц сразу. Ну, кстати, возможно, мне лучше с двойки начинать. Что ты там прячешь? Не знаю, можно было через монетку тройку достать. Окей. Тогда такого. Кстати, возможно, ярмарочный танк мне будет лучше. Да, давайте. Реалистичный взгляд, пессимистичный 0.3. Но это опять же... Как он называется? Либеральный взгляд, который считает, что на самом-то деле у них все реалистично. Так и есть, так и есть. Апокалипсис на Гудгейме? Закроет Гудгейм? Ну, в целом-то я могу призинг-трапу повесить сюда. Мне же норм. Вроде норм. Это хорошая четверка, чтобы ее заморозить. По моим убеждениям. Ну да, ладно, понял. Понял. Это максимально противно. Но с другой стороны... Хотя... Давайте вообще так сделаю я. А давайте мы так сделаем. Вау. Хорошо. Хорошо. Четыре. Шесть урона наношу. Это 9 урон. Не, пока маловато. Давай лучше так. Две вагонетки жестко вышли. Блин, много характеристик. Хорошо. В лицо ты сначала ударишь? Подумай над этим. А, ты даже выстрел делаешь, окей. Ждет ледяной прием. Чё, 9-9? Почему 9-9, если 7-7 на самом-то деле? Я могу так сделать? Но я, правда, тогда на столе ничего не оставляю. Не, я 5-5 достану. Давайте. Так. Я что-то куда-то рано. Фальстарт у меня произошел. Да и что-то, по-моему, я инвалид. То, что я делаю. Еще удар. Куда больше похоже. Ну, вот это он тоже сделал, знаете ли, не самое. Сейчас здесь много дэмэджа. А, ему хватает, да, на следующий ход меня убить? Жестко. А я его убиваю? А я его убиваю, да? Мне как раз таки один... А, не, мне не один, мне больше надо. Ладно. Ну, допустим.
третья вагонетка. А, я победил. Такую я ерунду делал! Но... Нет. Это кто заведет жену курочек поросят? Я что-то не понял, Фоп. А, Вакула, жену курочек поросят. Хотя зачем Вакуле жена, если есть курочки и поросят? Правильно? Будет ходить телогрейки в резиновых сапогах. С чепчиком таким. Узом большим. Красота. Рука у меня паршивая. Может, единиц какая из топ-дек придет. Ну, ладно, единица. Это довольно здорово, потому что я могу его теоретически, если шаман ничего не будет делать, а вероятность, что он на первый ход ничего не будет делать высокая, на второй просто достанет существо. Я сразу достану 4-3. Монетка, окей. Ну, ладно. Неприятно, конечно. Приятно, но что делать? Кстати, подписывайтесь на Twitch. В сентябре очень дешевая подписка. Вот. Ничего мне делать, тебя доставать? Ну так, все тебя доставать. Ну давай, сейчас может какая-то даже... Давайте раздражатора я возьму. В кривую вписать. Оно как бы так себе выглядит. Конечно, ну ладно. Природа никого не ждет, кроме меня. Да в целом я даже биться не хочу. Я полезно разменяюсь. Осудить гендерное неравенство и сказать, что... Семейный партнер. Хм. Ну, не знаю. Мне чё-то лень. Так, я могу легко его убрать. Вот этой штукой. Ну, наверное, это самое правильное. Таким вот образом выстрельнуть. Хорошо. Без порчи норм. Вот это нехорошо. Но в целом я раз-два могу сделать. У нее перегрузка довольно большая. Получается. Но из неприятностей, что уже шестой ход, а я еще вообще урон не нанес ему. А у меня-то не очень сильная колода в лете. Прямо скажем, вообще не сильная. Хоть какой-то урон. Начинается. Да, эта карта прям вообще никуда не годящаяся. Но приходится доставать. Надо бить лицом. Я покажу тебе страх. Окей. Пока что выглядит как тупо игнор всего и удары в лицо. А, ну вот это мне нормально. Вот это я сделаю. Хорошо, потому что он достаточно стрёмный персонаж. Один мул. Окей. Так, хорошо. О, здравствуйте. Все, хорошо, я тебя приятно чувствую теперь. Репорт за ложь кинул на всякий.
трепещи перед силой эльфов. Ну, вот это мне нравится. Я, наверное, морозную ложку только уберу. Мне хочется какую-то еще двойку иметь. Хорошую. Возможно, она плюс сразу же раскопать, кого там будет наш ход. Покажи, чего стоишь. Имейте в виду раскопать ловушку. Наверное, змеи лучше всего сейчас будут. Но это не точно. Подкрепление уже в пути. О, нет, это я должен убрать. В какой-то степени, к сожалению. Вэлиус топора теряю. Ибо. Сейчас посмотрим, какой будет секрет. Да, хорошо, я сделаю. Вот так я сделаю. Я думаю, что он на следующий ход у меня как надо выйдет. Да-да, понимаю. И запели сразу все. Прославно птица в небесах. Полный, кстати, отстой, это ария. Или кто там это пел? Жду приказаний. Так, хорошо. Свет защищает меня. Смерть приближается. 3-2 убрать лучше или 2-1-1-1? 3-2. Я могу их... драконом спалить. Странно, почему я со не отправилась. Куда не отправилась? Свечка. Непонятненько. В принципе, я могу в Вэйю поиграть, да, чуть-чуть? Могу. Все же стол за мной будет. Свечка. Давайте. Ну, как бы не здорово. Ну, ладно. Много урона в лицо. Следуй правилам. Хорошо. Жду приказаний. Следуй, так следуй. Вроде бы и хочет. Ну да, наверное, все же хочется. Через монетку еще и сделаю. Выстрел через монетку, да. Давайте. Что-то мало, всего 26. Сейчас будем потихонечку постреливать в него. По 7 в идеале. Не, ну ладно. Ладно, хорошо. Хорошо, хорошо. Хорошо, как скажешь. Что это за гадость? Что-то я не очень понял. Не тревожь меня. Реально гадость какая-то. Я не могу его убить? Совсем не хочется размениваться. 10, 2 плюс 4 плюс 3, да, получается. А, так подожди, так нормально же. 4... Блин, нифига не нормально. Фига ты достал! Такую ерунду достал! А так, так напрягает. Просто жуть. Но у меня же нет летала, правильно? Ну да. 4. 4-3. Это максимум, что я могу нести. Ну, ладно. Окей. Единицы не хватает. Ни маны, ни урона. Ни маны, ни урона. Ну, провокации расстроит. Какая-то большая. Именно она. Жду приказания. Именно она, большая провокация. Ну что, я должен сделать по-любому так. По-любому так. Жесть. Жесть, жесть. 2 четверки отдал. 3-ка еще одна есть. Окей. Ладно, он не так много наносит. У
не так много, но карт у меня тоже не так много. Не так много добора, топ-деков. У меня две карты всего могут выиграть. Всего две карты. Мастиф не поможет, правильно? Не пом... Ну, мастиф может 8-2 убрать. Но я думаю, что ему уже будет наплевать на нее. А, у нее еще одна такая же. Понял. Ну, топ-дек, строго стрела, либо тройка. Два варианта, больше нету шансов никаких. Две карты из 16. Понял. Сразу обзываться лакерком, чё-то. А чё я сделал? Ничего не сделал такого. Так. Ну, чё-то как-то не очень, честно говоря, потому что вроде бы двойка, но вроде бы не очень двойка. Как же без этой карты? Давайте мы... Да, ладно, я возьму игровой автомат. Пятерка тоже интересный вариант. Но не сейчас. Пятерку можно было бы взять тогда, когда у меня уже есть тройка в руке и, соответственно, 10 манны. Это топчик был бы. А, кстати, готов с легкостью распрощаться с выстрелом. Поехали. Оу. Я не против. Пять один, может быть. Так. Ну тоже могу крысок достать, могу сделать. Да нет, крыски, наверное, самое адекватное. Хотелось бы больше таких вот получить, но играем уж в темп. Да, хотелось бы штуки 3. Я не сдамся без боя. Раз, два. Не, ну чё, меня устраивает, у меня на столе осталось еще что-то. Я плюс оружие дополнительно достал. Здоровья мало уже у охотника. Все выглядит как успешный ход. Ничего, всё отправим. Ладно. Го четверку? Ну, это бессмысленно особо. Да, я что-то не очень рад подобному ходу. Может быть, двойка-двойка? Двойка. Правда, урон никакого не нанесу в лицо. Но и ничего не потеряю, по сути. Нет, слишком слабо. Слишком медленно, слишком слабо. Не нравится. Мне нравится. Я лучше бодрый такой ход сделаю. Крыску вот, нормально. Скоробея. Что-то в лицо нанес какой-то урон. Стол занял. Да, мне так больше нравится. Я что-то не очень уверен, что вот хочется такую штуку ему воскрешать. Да, хотя тут и не важно. Воскрешай, не воскрешай. Да вот 4 победы. А каких там 3 говорилось? Это все умные голосования, оно ничего хорошего вам не подскажет. Закопать где-нибудь полезно? Засохший. А почему он засох? Как он может засохнуть?
базилик. Я вот купил для сравнения базилик за 30 рублей и 10 грамм, и базилик за... Кстати, могу сразу дать провокацию. За 2 рубля 5 грамм. Проверим, насколько они отличаются. Свет защищает меня. Давайте. Мы из-за среднестатистической единицы превращаем в одну из топовых единиц. Какая мерзкая штука. Что я в шоке. Ну, честно говоря, как-то не знаю. Ну ладно, давай в лицо. И уже вроде я и жалею, что по итогу так сделал. Ну ладно, надеюсь, какая-то тройка или единица зайдет, либо двойка раскапывающая. Ну, в целом, ну да, ну такое. Ожидаемое. Фризинг трапа. У нас придется фризинг трапу делать, хотя совсем я этому не рад. Давайте. Траву не употребляет, а цветы только давай. Я считаю, молодец. Жду приказаний. Ага. И чё делать? Вот чё делать мне с такой рукой? Вообще непонятно. Единицу могу сделать. Нужна. Ладно, давай. Раз. Два. Не убирать их четверка не хочется. Цветоненавистник. Может он кушает, а потом отплёвывает своей любимой кошке. Как тебе такой подход? Ну, поехали. Свет меркнет, но мы будем... Вот. Еще удар. Ну, видимо, здесь четверку мне придется делать. Да? Четверку делать. А жалко, конечно. О! Топорик, вот классно. Я 0-3 уберу. Да, потому что неприятное существо с божественным щитом может быть потенциально забафано. Это супер гадость. Прям супер гадость. Седьмой ход и тут ход Сиамат. Ход. Давайте так. Надеюсь, стоп-дек у меня будет полный отстой. Проблема в том, что у меня стоп-дек всегда полный отстой, кроме раскопки. Раскопка за 2 может дать очень все хорошо. Это единственное, что может быть. Ну, да. Не прямо чтобы, но неприятно достаточно. Не, нормально. Давай, просто плохой топ-дек. Ну, какой-то, я не знаю, четверку. До четверки. До четверки. Окей, ладно, хорошо. Это меня устраивает. Ценный выстрел. Раз. Хорошо. Еще раз, самые лучшие карты это двойки. Двойки, которые раскапывают карты. Давай я снова что-нибудь слабое. Следуй правилам, что ли? Нет, конь. Конец сильно. О, давай-ка мне что-то прям что надо. Что это за хрень? Ну-ка, ой. Просто ничего невозможно сыграть. Ну, 0-9, но нет, я жду, я за стол должен сражаться.
Давай. Невозможный отстой. Сейчас бы за пятерку бы зачистил его. Норм. Ага, ты мне даже так делаешь. Хорошо. Ну, кстати, мастиф-то очень даже классный. Так, ну что, снова раскупку, провокацию. Ну, может быть, шестерку. Какую-то. Еще один конь. Я проиграл. Ну какой конь, ну что ты? Ну ладно, тут, честно сказать, шансы-то не очень были высокие. Алерия и Утер. Я буду сражаться с честью. Трепещи перед силой эльфов. Единица норм. Много паладинов. 2-рублевый будет вкуснее, так и на 30-рублевом забыть дышать. Я хочу вообще хотя бы какую-то разницу почувствовать. Ста. Не уверен, что она вообще есть. Может, есть. Открыть клетки. Потом. Ну, что ты хочешь мне показать? Блин. Отстойный хочет мне показать карту. Максимально не нравится мне такая. Ну ладно. Нет, я сейчас все соберу. Давайте я тройку оставлю себе. Ну ладно, что делать, что делать? Ну что делать? Ну да, убивает. Снимаю. Вперед карту. Никак не дадут мне паладину поиграть. Интересно. Так, ну ладно, я могу сделать его. Нет, нет. Я сейчас все соберу. Да, хорошо, давайте там пука сделаем. Итак, чисто теоретически мы как-нибудь... Мне тройка нужна, либо единица. Единица, либо тройка. Сдохни ностальгии 2000. Это в виде порошка, что ли, у тебя какая-то ностальгия? Не надо, я осуждаю. Мне не помеха ни снег, ни дождь, ни даже ведьма. Чуть-чуть где-то играл во что-то другое. Не отстой, честно говоря. Ладно, я вот так вот лучше сделаю. Чуть больше атаки здесь. Так. Ну да ладно, хорошо, я сделаю так. Пусть он пугается, что это фризинг трапа. Только ностальгия. А можешь, в принципе, Вакулу просто на азбуку сдонатить. Вот сколько сейчас азбука стоит? Надо посмотреть. Купить азбуку. Книга «Русская азбука для детей». 2231 рубль. Мне кажется, нормально. Ну, тут, конечно, есть всякие вот просто вот старые вот по 330, но я думаю, что русская азбука для детей как-то посолиднее выглядит, так что... Так что вперед, Макулы. Так, можно 3-2-2 сделать, кстати. Давайте мы сначала так сделаем. На проверочку. Да в целом, ладно. Давайте. Надо что-то делать. Ну, я, типа, больше урона получаю, но, честно говоря, мне вообще все равно на урон. Я думаю, что мне все равно на урон. Справедливость.
Ну ладно, что тут сделаешь? Не, можно, конечно, так сделать, но не. Давай. Я две крыски лучше 5-5 достану. Не выдерживаются люди здесь находиться слишком долго. Тут вакуул очень токсичный. Нет, нет, мне не тяжело. Тяжело. Я их понимаю, не осуждаю. Ну, ладно, черт с тобой. Не катастрофа. А ты реально не стал бить? Интересно. Так, я не пропустил летал, между прочим. У меня здесь 5. Нет, ну ладно, я не пропустил. Пропустил и норм. Ничего не хочу оставлять. Хочу бить лицо, стрелять. Мне кажется, мне не нужно 5-5. Оставлю пока что. Норм стол. Нет, нет, мне не тяжело. Какое? Не, похоже, что я выиграл. А может и... Ну, 2-5-2 у меня остается. Да не, я выиграл. Чё, на единицу ничего не сделает. Ну, такой, вот вроде бы и хорошо идет охотник, и должен сделать много, но не знаю, мне некомфортно подобным играть. Прям зависишь от топ-деков, и если тебе вдруг вначале что-то не зашло чуть-чуть не зашло, и ты не можешь надавить на противника, то очень тяжело выиграть. Ладно. Трепещи перед силой эльфов. Девочка же? Давай, девочку. Свет защищает меня. Разумеется, это сейчас нифига не сработает. Ну хотя я могу. Да, ладно, давайте я повешу. Но на следующий ход 3-4 у меня выйдет. Либо даже я могу вот это сделать, потому что в любом случае не сработает. Серьезно? Серьезно? Тупо забил. Не, яд как бы. Я вообще ни капли не против. Честно вам скажу. Думаете, я против? Нет. Давайте я 2-2 уберу. Переигран. Не знаю, для меня просто странный ход. Так агрессивничать зачем? Не очень понятно. А Влад, сделал ты его. А что еще будет на 2? Будет что-то на 2? Ничего не будет на 2, ну я понял. Сморг. Жиробасик, да, такой плотненький жиробасик. Плотный, неприятный. Что делать? Ну, хотя мне может зайти еще одно оружие, и поэтому я лучше использую вот этот вот заряд. Клинок, да пожалуйста, бей. Бей-бей. Бей, не жалей. Бей, бей, не жалей. 8 здоровья, да, чё? Как бы ему объяснить, что, короче, 8 здоровья это не те цифры, которые я его убиваю, да? Я буду сражаться. Смерть приближается. Которые спасают против охотника. Вообще не те. Плеер. Поехали. Наверняка там что-то хорошее.
Ну хорошо. Вот и думай. Наверное, я должен 2-3 сделать. Что ты там прячешь? Иметь возможность его убить. Урлок. Так, хорошо. А ну, покажи. Так, себе, конечно. Ну да ладно. Что делать мне, эту ловушку фризинг доставать? Писец какой отстой, ну а что делать? Ладно, зато я бью в лицо, может быть сейчас еще и ударю ему в лицо разочек. Разочек второй. Знаешь цены на учебнике? Откуда тебя знать цены на учебнике? Похоже на то, что ты обманываешь нас. Я могу просто шестерку сделать. Можно было бы оставить для урона в лицо. А можно и не оставлять. Мне ни помеха, ни снег, ни дождь, ни даже ветра. Норм. Станешь время рассказывать? Время офигительных историй, как говорится. Мог. Окей. 13 уже здоровья. Вот это болезненно. Конечно. Да, конечно, было болезненно. Ну ладно. Нет. Нет. Я сейчас все соберу. Танк выглядит интересно. Опять мы пропустили пятерку. А вот если бы мы не стреляли, а сделали нарастающий ужас, дел. Да, выстрелить на 8 это вам не шутки. Крут он. Видали, что может? Может сойти. С ума сойти. Хорошо. Время потрясающих топ-деков. Какой-нибудь Shadow Flame сделать? А, еще одна такая. Понял. Понял. Призинг трапа. Ну, призинг трапа дает мне возможность еще один топ-дек взять. Давай снова доставай за 7 маны. А, ну этот послабее за 7 маны. Не очень я понял, почему он его конкретно вот так сделал. Ладно. Очень. Так, я, вновь я сижу с топ-деком. Офигеть, ладно, это мы. Да, ты же меня убиваешь? Убиваешь, что бы я ни делал. Мне нужна другая карта. И это мне не спасает совсем. Не. Ну ладно, один раз зашло, другой раз не зашло. Вот он весь лак. Никак же, да, не защищаюсь. Как? Даже его не могу брать. А убрал бы его. Да, это все равно не помогло бы. А че, какое было предсказание? Я не помню, какое у тебя было предсказание. Я отматывать лень, если честно. Все идет по плану. Я готов такой рукой выигрывать.
Ну, тройка не очень, но может она к пятому ходу выйдет. Что ты там прячешь? Нет, 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 никаких, кстати, побед. Я должен победить сейчас шамана. Я лучше так сделаю. И можно, кстати, даже обменять, я думаю. Да ладно. У меня есть тройка хорошая. Буду на нее надеяться. Ну, так себе ход, честно говоря. Ладно. Ну, ладно. О, я могу даже так сделать. Да, хорошо. А у Ехи будут плохие. Ну, ладно. Возможно, мне стоило так ударить, потому что забучий элементаль сможет... А, окей, хорошо. Я просто достаю такого вот персонажа. Цельный выстрел. Странный удар. Ладно, тогда понятно. Тогда понимаю этот удар. Ну так себе. Ты можешь сейчас шестеркой воспользуемся. Жаб. Супер отстой, кстати. Не отвлекай меня. Смерть приближается. На следующий ход постреляю. Надеюсь, он не залечит как-то. Чем ворген не зверь, это же оборотни. Оборотни волки, а волки... Оборотни это человек-волк. А человек-волк это гуманоид. Так, все нормально. А тут можно и сказать, что Турен это должен быть зверь. Но это не зверь. Хорошо. Ты снова жирножабы. Да, а что я должен с жирножабами делать? Жирножабы. Два. Три. Тут особой разницы нет, куда я буду бить. Давайте на всякий случай сюда. Ну, сюда можно было бы, я бы тогда топором убрал. Да, ладно, это была ошибка. Одичалые воргины, это тоже одичалые. Нет, они там считаются гуманоидами также. Я могу заменить, могу достать. Не, я думаю, что лучше достать. В целом норм персонаж. Раз. Давай. 2 хп. 6 надо нанести ему. Не самое простое, я хочу сказать. Ну нет, шаман может, конечно, 6 нанести. Вопросов-то нет. Неприятно в лицо, что он мне бьет. Не вздумай меня убивать. Ну что ты, ну хватит. Ну сдайся, сдавайся. Этот, как его, попугал и хватит. Хорошо. Никаких в лицо натисков не было. Ты, может, еще разочек такую же карту сделаешь? Как тебе? Еще одна такая же карта, да. Окей. Теперь у меня еще лучше. Похоже, это победа. Или сейчас две молнии у меня за единиц? Нет, никаких двух молний за единиц. 7 побед уже есть. Да, да. Единица норм, два норм.
Три тоже хорошо, прицельный выстрел уберем. Рад стараться. И чё? Ничего не хочешь нам показать. Покажи, чего стоишь. 3-3 можно с легкостью убрать с помощью натиска. А как тебе такое? Ну, можно, в принципе, 2 приголапа запустить. Немного жалко, на самом деле. 2 приголапа-то. С другой стороны, чё жалеть? Да, давайте. А я тут причем как-то я никого ничего не заставлял, я только за здоровый образ жизни. А как тебе такое? Ладно. Ну вот хрен с тобой. Или в лицо вообще ударить. Очень хочется ударить лицо, но секрет может быть. Ладно, я уберу. Может быть 3-2. Точно? Похоже, он не шутит. Или вообще так достать. Так достанем. С дороги, чем? Окей. Гособак. Ну, чем можно его сделать? Тоже нормально, мне кажется. Ну нет, собаки как-то поинтересней. А может не интересней? 4 можно, да, сюда, сюда. Ну, ладно. Сделаю так. Не отвлекай меня. Она рала! Ну вот это можно в лицо. Ладно, я сделаю 2-3. Не самое приятное, но все же у меня 5-6 выходит, плюс 3-1 остается. Мне парочку бы раз ударить им, и в целом у меня все хорошо, плюс у меня 6-6 есть. Что тоже неплохо, это медленно достаточно. Тоже ничего об этом, потому что я уже давно об этом. Ну, существует топ-100 арены, который... Я сейчас все соберу. Тебе никак не сделаю? Ну да, ладно, хорошо. Существует топ-100 арены, где нужно отыграть минимум 30 арен в месяц, чтобы там... Туда попытаться попасть. Ну, соответственно, этим я и занимаюсь. Что дает топ-100 арен? Ничего. Абсолютно ничего. Интересно. Свежие кусочки. Окей. Можно пробить резко в лицо. Интерес девочек со двора, но я не хотел специально об этом говорить, чтобы никто не спалил настолько большой профит. А так да. Разумеется, девочки со двора все невообразимо интересуются подобным. Честно говоря, я могу 5 нанести. Так, ударите все в лицо. Давайте. Один. Но он был там часто, а ничего это, к сожалению, не дает. Вот. А когда-то были надежды, что что-то все же да будет даваться за подобное лечение. Лечение 4. Ну, хорошо. Хорошо вам.
Полетим к тропам. Защищает меня. Смерть приближается. Вернулись к тому, с чего начинали мы. Сюда стрелять надо. Ноуп. Обидненько, да, я думаю? А, хорошо. Ну, хорошо, хорошо. Давай. Восемь побед. Да. Так точно. Вы не поверите, а кто-то даже говорил, что я три победы здесь сделаю. Этой колодой. Представляете? С ума сойти. Трепещи перед силой эльфов. Как в такое можно было поверить? Три победы-то. Так, легко сквайр. После этого прыгалап. Кто хотел увидеть? Ну, можно сразу прыгалапом убрать его. Ну, давай. Чё бы нет. Давай, давай. Оп. 2-3. Тоже ладно, чем мне думать, не все равно. Нет, мне все равно. Приближается. Пусть дагер достается, если хочет. Не вижу смысла что-то как-то резко пытаться это убирать. Мне и так, в общем-то, нормально. А если не пойму? А вот если не пойму, то чё? Понимать меня тут заставляет. Не пойми чего. Так, хорошо. Плати или провали, уже что-нибудь. Хорошо. Рука у меня слабовата, но я неплохо занял стол. Если он не сможет его зачистить, то он начнет получать много урона. Да, много урона моей-то колодой не прощается. Сейсеон. Ну ладно, да, хорошо. Сейсеон не очень приятно, скажу честно. Ну ладно, давайте выстрел. Давайте лучше девочку пока что. Если хочет, пускай бьет. Что будет бить? Будет бить. Будет бить. Можно эхо собаками его убрать. А можно оставить одну? Давайте одну оставим. Мне не нужны помощники. Покупайте лотерейные билеты. Окей. Мне кажется, я лучше Ворген достану сейчас. Поехали. С этими картами и заменой такая проблема, когда телефон играешь. Не знаю, я очень давно уже не играл на мобильном телефоне. Максимально давно. Вроде и норм, но вроде и... Ну, такое. Да не, норм. Норм, норм. Хорошо, давай я еще достану девочку. Женщину. Больше на женщину, да, похоже, чем на девочку? Госпожа тут вырисовывается. Ну да. Да ладно. Это неприятно.
это да, это прям сильно неприятно. Мне нужно что-то с топ-дека искать. А ты еще и мне ее убираешь. Вот насколько... А, ну хорошо. Сколько же уже я раз добил этой пятеркой? 9 побед. Инженер поезда. Ну, наверное, ладно, оставлю я. Первый Казума. Я ни перед кем не трепещу. Ладно. Ну, теоретически мне надо было 2 хода стрелять, а 2 хода мог бы и не застрелить. Теоретически. Вот я лучше его достану. Я готов 4-5 сделать из него. Нет, так нет. Хорошо, инженер поезда, значит, сделаю. Я сейчас все соберу. Давайте так. Готов 5-6 сделать. Залезай, она не кусается. Или четверку кидать. Да не, мне черт с этой, с этим зверем. Я думаю, что темп куда важнее сейчас. Давайте. 5-6 на четвертый ход. Плюс 1-1 еще. Это жестко. Фигурка. Запись на аудиенцию есть? А. А, ну ладно, я-то не против. И да, его я все же уберу. Он монетку отдал. И не очень-то и стол в его пользу стал. Хорошо. Хорошо. Давайте просто четверку сделаем. Можно опять же в темп идти. Сажа охотник на охотник. А. Кстати, неправильно поставил. Надо было сюда ставить. А с другой стороны, пятерка могла бы залететь. Не такая, которая. Лозер трохшот. Вроде есть еще в игре. А вроде бы. Ой, это интересно. Могу обоих убрать. А могу нанести 12 урона. Есть такая мысль, что лучше убирать. Все же 2 урона-то я нанесу. Угу. Ну хорошо, давайте. Удар. Еще удар. Плюс опять же закрыть можем с помощью четверки. Этой двойкой можем наносить урон. Не страшно пока что. Банан тоже не страшно, хорошо? Я буду сражаться. Я буду сражаться. Честно говоря, мне кажется, лучше бить лицо. А, ладно. Он мне никакого урона не наносит, я ему наношу урон. У него бананы в руке, которые на существ надо кидать. Все как бы говорит о том, что лучше не... Ну да, не давать ему вообще никаких шансов. Я ему не дал шанс. Хорошо. Да, но могла бы какая-то быть карта с натиском, либо просто ремувал, и тогда бы забафил он существо, убил бы мне. Трепещи перед силой эльфов. Мою шестерку Винфьюри дающую. А кому это надо? Мне не надо. Тебе надо? Я думаю, тоже не надо. Свет защищает меня. Вообще не впечатлен Матрица 4. Что-то какие-то... А помнишь? Вот-вот все из этой темы. Все то же самое, что в первой части. Я не люблю такое. Возможно, это специально байтит, а на деле там будет все по-другому.
Но выглядит... Выглядит так себе. Честно сказать, выглядит так себе. Кобра, конечно, вышла очень здорово. Новая матрица выйдет скоро. В декабре, по-моему. Если я ничего не путаю. Да, плотная змеюка получается. Змеюка плотная. Что делать? Как-нибудь раз-два и наживку еще кину. Ой, песос. Ой, начинается вот эта вот гадость. Давай. Что-нибудь здесь поищем. Мне кажется, это та самая игра, где мне придется заводные механизмы использовать. Либо взрывоопасная овца. Ну, тоже такое. Ладно, я давайте овцу возьму. Классно, он тигра забафал. Раз сколько проблем. Считай, что за 9 маны достал 9-9 с божественным щитом. Фига себе. Эй. Ладно, хорошо, я 2 урона получу. Даже не получу нифига. Что ты сделаешь? Блин, что это начинается? Ну да, ладно, я проиграл здесь, по всей видимости. Перевернуть такое очень тяжело. Эй, давай. С каким-нибудь, может, ауеху. Ауеху. Что еще мне остается? Чего, как я должен выиграть здесь? Никак я даже не выиграю. 10 побед. Много это, мало. Непонятно. Кстати, мог его попробовать сразу заменить, но неважно. Неважно. Не, нормально, 10 побед. Опять же, колода не идеальная и нестабильная. И такими 12 делать. Не каждый раз будешь.